Всем привет! Сегодня мы будем играть в Roblox. Пол — это вода. Не знаю, как может вода убить, но ладно. И тут... Да, что хотела сказать. Да, Vakken Life не вышел, и вышел Roblox, да. И будет видео длиться этого 8 минут максимум, потому что... У меня памяти мало, боже мой, как эта память бесит, боже мой! Как-то память бесит. Сейчас будет раунд через 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Начинаем. Ареа. Я давно не играла в полуто вода. Угу. Так, ой, я сразу появилась на этом домике, но я знаю, как что он падает, так что я уйду оттуда. Я тут, кстати, можно ноги снимать, но я сейчас не буду. Я залезу на вот эту башенку, она не ломается. Ну, там только вот тот ломается, и вот тут по краешкам. Так что я тут встану. Вон там народа куча стоит, там девочки розовые все. Мы сейчас подойдем, давайте поближе и посмотрим, что там такое. Вот тут пацаны стоят. Парень прилетел тут какой-то. А, это девочка с крылышками просто. Или парень с крылышками, я не вижу. Да, это парень с крылышками. Такими радужными, сам весь черный. Тут девочка с наушниками. Во всем черном. Ой, такие штаны, я помню, были в моде. Такие типа штаны и юбка. И сейчас все порог в моде. Я не знаю, я не слежу за модой. Они все знают, что тут есть вот эта маленькая веревочка. Вот, запрыгаем и залазим наверх. Давайте напишем. Кто русский? Потому что тут в Роблоксе бывают русские. Кто русский? Кто руиский? Нет. Ру-ский. Боже мой, а что он разваливается? Ребят, не надо было прыгать. Ладно, надеюсь, мы выживем. Да, я, да. Трышки. Давайте напишем привет. Я видео блогер ты в видео. А боже мой, видео. Вот так. Потому что тут редко русские, а 2009 года. Или 2009. На, это не вот это рождение. Боже мой, батарейка. Вот. Ура! Давайте напишем, как называется канал. Мой канал. Боже мой. Лариса. Боже мой. Ларисова. Мой канал Лариса Ларисова. А что буковки не написала тебе? Ну ладно. Это не очень страшно. Ясно, потом посмотрю. Ясно, потом посмотрю. Если, конечно, я его выложу. 5 минут еще остается. Я люблю экстрим, так что я пойду на этот желтый домик, что он падает. Я люблю экстрим. Я экстремальная девушка. Смотрите, там один пацан там стоит, ё-моё. Ему одиноко. Вот пацан этот с крылышками. А, вот, это вот этот парень, который написал... Ну, рожки, короче. Боже мой, зря я сюда пошла. Всё, я не люблю экстрим, я не люблю этот домик. У меня 30 пуантов. Пуантов. Пуантов, на которых мы прыгаем. Следующая карта камп. А, вот это. Я больше не очень люблю экстрим, так что я уйду. Я вот этот домик пойду, я хочу себе ножки убрать. Хотя, давайте не будем без этого. Какой-то тут парень со мной идет. А,
Там уже кто-то умер. Какие звуки странные. О, я не могу их выразиться. Кстати, можно делать от первого лица, как захочешь. Я привыкла играм от первого лица, но что-то как-то надоело, так что... Роблокс не больше удобнее так играть. Почему он меня толкает? Вот, Века Змай. Не одно тут, что ли, имя со всеми большими буквами? Вова Света. Вова Света. Да. Зестерн. Следующая карта. А, опять это. Я больше не пойду на этот домик. Очень нравится его удерживал меня, но я больше не хочу. Вот на этот домик можно. Я перепрыгну на него. Если вот этот дом большой развалится, я на вот этот домик перепрыгну. Вон вода. Хотя на двоих нас должно выдержать. Почему этот домик ломается теперь? Алло. Блин. Чё он ломается? Я не могу туда попасть. А чё он ломается теперь? Раньше он никогда не ломался. Понятно, просто такое обновление, наверное, сделали. Так, что купим? Да, что купим? Эликсир скорости. А у нас следующий раунд плейграунд какой-то. А, вот, это я обожаю это. Тут можно везде прятаться. Но я хочу на горочку. Не знаю, почему я это называю горочкой, хоть тут нет горки самой. Да блин, боже мой, все, я тут один. Ой, блин, блин, вода. Все, мы что-то как-то немножко, ну тут с головой у нас. Мы не могли запрыгнуть. Я почему-то спрыгнула, не знаю почему, хотела посмотреть там. Я что, одна умерла? А, нет, вот девочка еще. С лосинами синими. Или ногами, да, ногами. Эй, девочка, 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 давайте эликсир выпьем. Зелье. Так, еще немножко и заканчиваем. Радио тоже, я знаю. О, боже мой. Вот тут парень, который русский. А на этом все. Всем пока-пока, ребят. Ставьте лайки, если хотите еще Роблокс. Всем пока-пока.